В стенах Дворца культуры имени Абая прошла презентация книги «Мой дедушка фронтовик». В двух томнике запечатлены подвиги фронтовиков, которые в сложные времена проявляли самоотверженность, защищая Родину. На обложке книги изображен ветеран Великой Отечественной войны, педагог Кылыш Утиутлиев. В этой книге изложена информация о более чем 220 фронтовиках, сражавшихся с врагом до последней капли крови. Презентация книги о солдатах ранее проходила в Актобе. В планах у авторов в следующем году издать 3 тома издания. Это книга «Республиканская энциклопедия». В этом книге мы собрали всех участников Великой Отечественной войн, которые участвовали и вернулись там. После войны они работали на благо Родины. Вот у нас в прошлом году была первая книга, и это продолжение, это вторая книга. Самое главное, что мы, молодежь, не забыли своих предков, что они воевали, они, что нам подарили этот мирное небо.